как повлияла ситуация с коронавирусом в Самаре на деятельность Департамента опеки, попечительства и соцподдержки, на какую помощь могут рассчитывать многодетные семьи, оформление разовой выплаты, меры соцподдержки медицинским работникам. Смотрите программу «Город С» 22 ноября в 20:30. Гость в студии Ирина Гриднева, заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства, социальной поддержки администрации городского округа Самара.